Отличительная особенность спектакля – атмосфера старого доброго ретро. Действие знаменитой сказки дедушки Корнея разворачивается в 30-е годы 20 века в заброшенном здании театра. Пойманные с поличным жулики, ограбившие даму по имени Федора, разыгрывают импровизированное представление и пытаются доказать, что вещи сбежали от потерпевшей сами. В первую очередь постановка адресована детям, однако, по словам режиссера, в спектакле есть особый текст, читаемый только взрослыми. Мы же взрослые люди, те, кто работают над спектаклем. Мы, естественно, не можем удержаться иногда внести что-то интересное для себя самих. Главную роль исполнила заслуженная артистка Карелии Татьяна Мацкевич. Федорина горе вполне можно назвать ее бенефисом. Актриса продемонстрировала зрителям не только виртуозную работу с куклой, но и блестящую актерскую игру в живом плане. Автор постановки – петербургский режиссер Петр Васильев, возглавил труппу театра кукол в конце прошлого года. Федорина горе стала его первой работой в должности главного режиссера. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника Плюс».